Всем привет, ребята! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Сегодня коротенький обзор с аквариумного стеллажа. Выдался момент, пришел сменить водичку, кое-какие растения лишние принес сюда. Ну, давайте, как обычно, с верхней полки. Верхняя полка тут... Я добавил грунт, наверное, недели две назад. Вот. И тут криптокарина Нури, немножко Монте-Карло. В общем-то, и сегодня туда попал папоротник. Это фикус Пумила, не обращайте внимания. Просто мне интересно, будет ли он жить в воде. Меченосцев рассадили. Один меченосец в верхнем аквариуме, второй в нижнем, потому что они дерутся. Скорее всего, это две самки. В общем, тут по росту, ну, пока я не вижу роста никакого. Ни криптокарина обыкновенная, ни криптокарина Нури, ни Монте-Карло себя никак не проявляют. Посмотрим. Напомню, тут есть питательная подложка. Немножечко. Водопадик. Водопадик себя чувствует отлично. Рыбки плодятся. Вот. Все растет. Смотрите, кстати, фикус Пумела опустил свои стрелки под водой. Почему я решил и вот сюда тоже так вот его кусочек этот посадить. Вот. И он уже пускает тут какие-то подводные корни. Ну, я не трогаю, пусть растет так. Традисканция, видите, какая стала. И, кстати, вот она, видите, корни вот там свои запустила под водопадиком. В общем-то, ничего, но есть небольшая проблема. Вон плесень появилась, не знаю из-за чего. Я пока не трогаю, пусть будет так, дальше посмотрим. В остальном, в общем, все нормально. Все растет, вот болотный аир тут растет. Маленький анубиас, но это был отросток анубиаса, это не какой-то там микроанубиас, но вот он такой маленький тут и есть. Эхинодорус нежный. Вот. Дальше это аквариум Бабикуса. Здесь эхинодорус, улитки и больше ничего. Эхинодорус, видите, он уже начал корни пускать, вот их видно. По-моему, вот этот один уже лист свежий. Вот, которые здесь выпущены в аквариуме. Остальные, к сожалению, поподсыхали. Вот это выглядит вот так. Ну, я дальше наблюдаю. Живность никакую, кроме улиток, сюда не помещаю. С 200-ки сегодня принес вот эти вот квадратики, на которых рикардия была. У меня почему-то в аквариуме вот таким вот оно на дне обросло. Скорее всего, из-за того, что обильно кормлю рыб. И органики достаточно сейчас много. Посмотрим, может, тут оживет. Так, средняя полка. Тут блюдримы и большой бальбитис с 200-ки. Блюдримы есть, вот видите, мелкие. Они тут плодятся нормально. Чувствуют себя хорошо. Вот еще мелочь плавает. Я их тут не отбраковываю, не трогаю. Живут сами по себе. Вот. Никаких питательных грунтов, ничего тут нет. Просто вот... Лава, куски лавы и кварц. Дальше. Тут у нас на питательном грунте с сверху присыпанным лавовой крошкой. Эхинодорус нежный, валиснерия. Валиснерия спиральная. Ну вот, и мальки меченосцев, которые вылупились здесь. Вот от этого меченосца, либо от того, который тут внизу. Не знаю, в общем, от кого-то. Мальки тут. Вот, и они живут отлично. Также тут у меня было три ампулярии. Две уже все, хана. Одна вроде там еще что-то не... Еще не дошла. Ну, не знаю, почему-то ампулярии у меня не приживаются. Следующий кубик. Тут опять же бальбитис с 200-ки я принес. Здесь аманки. И также вот аманкам досталась рикардия. Они вот на нее набросились, все сидят и ужинают. Немножечко буцок я принес сюда.
Смотри, какая самка беременная. Интересные рыбки везде плодятся, размножаются. Так, нижняя полка. Нижняя полка зеркальная. Зеркало уже заросло ксенококусом. Так, и что-то отклеился у меня. Помпа отклеилась, но это не страшно. Значит, тут меченосец, самка. Там даже есть гупак один. Были тут креветки. Не знаю, где они. Неокардинки простые. А ну-ка. Вот, вот эта сторона как заросла. Так, вот неокардинки есть. Блин, вылетело из головы название этих рыбок, вот этих вот живородящих. Надо ж такое. Ладно, вы-то знаете, какие тут рыбки. Дальше. Нижняя полка, средний аквариум. Тут у меня улитки. Желтый кролик. Они где-то здесь прячутся. Сегодня я им принес вабикусы с 200-ки, с эхинодуросом тропика и слава КПСС. Теперь эти эхинодуросы посмотрим, ну, как они себя тут поведут, будут ли они вообще тут расти. Ну, в вабикусах в 200-ке росли нормально. Ну и вот еще добавился 10-литрович один. Сюда я поместил все свои лишние буцефаландры. Включу свет, не знаю, будет видно. Вот. Который я убрал с 200-ки. Там планирую перестановку. Ну и также установил сюда генератор тумана. Буду испытывать его, как он будет работать. В дальнейшем я планирую собрать полюдариум побольше. И этот генератор буду использовать в нем. Запитывается он от 24-вольтового блока питания. Вот, собственно... Весь обзор на сегодняшний день. Все аквариумы чувствуют себя хорошо. Все растет отлично. На сегодня все, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. И всего вам хорошего. Пока-пока.